наша недельная глава называется «Пошли от себя». И она захватывает книгу чисел с 13 до 15 главы. И мы видим событие очень важное в среде народа Израиля. Они должны зайти в землю Ханаанскую и завладеть ей. Мы сейчас прочитаем главу 13 с 1 по 3 стихи. «После сего народ двинулся из Асифрофа и остановился в пустыне Фаран. И сказал Господь Моисею, говоря, «Пошли от тебя людей, чтобы они высмотрели землю Ханаанскую, которую я даю сынам Израилевым. По одному человеку от колена отцов их пошлите главных из них». Поэтому Моисей посылает 12 соглядатаев. И это не просто молодые люди, это главы колен, главы народа. Те, которые ведут народ уже достаточно большое количество времени. Это люди, которые опытные, мудрые, умные, которые увидели много в своей жизни. И была определенная цель перед тем, как войти в эту землю. Написано во втором стихе. В третьем стихе написано. «Пошли от себя людей, чтобы они высмотрели землю Ханаанскую, которую я даю сынам Израилеву. По одному человеку от колена отцов их пошлите главных из них». И потом в 18 и 19 стихе Моше толкует нам. «И послал их Моисей высмотреть землю Ханаанскую и сказал им, пойдите в южную страну, взойдите на гору, и осмотрите землю, какова она, и народ, живущий на ней, силен ли он или слаб, малочислен или многочислен». Какова была цель того, что послали соглядатаи? Если мы сейчас задумаемся, как бы армия поступила, и у нас есть Бог, который перед нами, Господь воинств. И если мы возьмем за пример, что Моисей — это главный генерал, и вот он избрал 12 соглядатаев, шпионов для того, чтобы высмотреть землю, но что они хотели там высмотреть? И согласно написанному в Торе, мы видим, что единственная цель того, что они послали их, это для того, чтобы передать информацию, необходимую для атаки. Ты проверяешь информацию, проверяешь территорию перед тем, как атаковать. Насколько там гор. Горы или низменность, насколько много людей, какова там армия и остальное. Защищенные или там города, или там в основном деревни, какова территория. А какова логистика, каким образом, когда я зайду туда, мне действовать, есть ли у меня там еда, что мне там есть. Насколько как выглядит территория, где есть низменности, где есть возвышенности. Все для того, вся информация, которая будет мне пригодной для правильной атаки. Все, что нужно было, это просто приготовить план атаки для того, чтобы зайти в эту землю. Больше никакой цели другой не было. А что потом произошло? 12 соглядатаев идут, заходят в эту землю, возвращаются. И что они приносят, какую весть? Здесь написано с 27 по 32 стихи. «И пошли и пришли к Моисею, к Аарону и ко всему обществу сынов Израилевых в пустыню Фаран в Кадес. И принесли им и всему обществу ответ и показали им плоды земли. И рассказали ему и говорили, мы ходили в землю, в которую ты посылал нас, и в ней подлинно течет молоко и мед, и вот плоды ее.
У народ, живущий на земле, тот силен, и города укрепленные, весьма большие. И сынов Инаков мы видели там. Амалик живет на южной стороне, на южной части земли. Хитеи, Иерусеи, Амореи живут на горе, Хананеи же живут при море на берегу Иордана. Но Халиф успокаивал народ перед Моисеем, говоря, пойдем и завладеем ее, потому что мы можем одолеть ее. А те, которые ходили с ним, говорили, не можем мы идти против народа сего, ибо он сильнее нас. И распускали худую молву о земле, которую они осматривали между сынами Израилевым, говоря, земля, которую проходили вы для осмотра, есть земля, поедающая живущих на них. И мы, и весь народ, который видели среди нее, люди великоросты. Окей, аз... עכשיו המרגלים מתחלקים בין 10 ל-2. Теперь группа соглядатаев разделилась на 10 человек против двоих. עכשיו, הם הבינו מה המטרה שלהם הייתה. Они поняли, какова была их цель. אבל כשהם הביאו את הדיווח, הם החלישו את העם. Но когда они принесли отчет о проделанной работе, они пытались ослабить народ. הם לא הביאו את הדיווח, את המודיעין לתקיפה. Они не принесли информацию, которая была бы полезна для атаки. אלא הם התחילו להתבכיין ולהגיד, יש שם עם חזק, לא כדאי להיכנס לשם. Но они начали плакаться и жаловаться и говорить, там очень сильный народ, нам не стоит туда соваться. עיר, כל עיר שם ממוגנת מאוד חזק. Все города там укрепленные. אין לנו סיכוי בכלל. У нас вообще нет шанса зайти в эти города. וכל פעם הם הגיעו לרמה שמוצאים דיבה, פסוק 32 או 33 ברוסי. И в 33 стихе написано, что они распускали худую молву. הם הגיעו למצב שמתחילים לפזר שמועות רעות על אותה ארץ. Они пришли к тому, что они пускали дурные слухи о той земле, которую они хотели осматривать. זה ממש נוגד את תוכנית לשמה הם ישלחו. И это полностью противоречит тому плану, который, в принципе, был для них устроен, зачем туда идти. הם ניסו לעשות את הכל כדי שהעם לא ייכנס לשם, כי ממש מסוכן. Они пытались сделать все, чтобы предотвратить то, чтобы народ зашел в эту землю, потому что им показалось это очень опасным. והמטרה בכלל לא הייתה, כן להיכנס, לא להיכנס, איך להיכנס. И когда они шли туда, их не спрашивали, заходить или не заходить. Их спросили о том, как зайти, каким лучшим образом зайти. И тогда мы видим Халифа в 30 стихе. ויעש כלב את העם אל משה ויאמר, הלא נעלה וירשנו אותה כי יכול נוכל לה. В 31 стихе написано, Халиф успокаивал народ перед Моисеем, говоря, пойдем и завладеем ее, потому что мы можем одолеть ее. 12 אנשים, הם היו באותה קבוצה. 12 человек, которые ходили одной группой. ראו אותם הדברים. Видели то же самое. אבל רואים את התמונה אחרת לגמרי. Но они увидели две разных картины. ואנחנו תכף ניגע איך, ממה נובע ההבדל הזה. И сейчас мы прочитаем, почему они увидели такую разницу. Но 10, которые были против, 10 оставшихся, не поняли свою задачу, не поняли, какой целью является их посланничество. Потому что в 3 стихе написано, иди и проверь ту землю, которую я даю сынам Израиля. Бог сказал, я вам ее даю. У вас нет выбора, и я вас привел для того, чтобы вы туда зашли. Теперь ваша работа это правильно зайти и правильно овладеть этой землей. И это на самом деле похоже на нашу простую каждодневную жизнь. Иногда Бог готовит нас к чему-то, Он дает нам определенные идеи, Он открывает нам какие-то двери. И он хочет, чтобы мы зашли в эти двери. Естественно, правильным и мудрым образом. И нам нужно сделать определенные шаги веры, для того, если мы уверены, что это то, что Бог хочет от нас. Маленькие вещи становятся большими. זה יכול להיות במשפחה, בעבודה, בשירות. Это может быть правильным и для твоей семьи, для служения, для работы. ואתה מבין שזה מה שאלוהים רוצה. И ты понимаешь, что именно этого хочет от тебя Бог.
אז במקום לתכנן את הצעדים, איך אתה הולך להיכנס לשם, вместо того, чтобы запланировать твои шаги, как ты зайдешь туда, ты начинаешь находить различные оправдания, причины, что мне сделать, чтобы туда не заходить. У меня недостаточно здоровья, у меня нет денег, у меня нет времени. Ты просто начинаешь распространять худую молву о той программе, которую Бог приготовил для тебя. И это было очень неправильно, потому что они точно знали, каков план Божий. Они шли очень много лет для того, чтобы достигнуть этот путь назначения. И мы здесь многому можем научиться для нашей личной жизни. И мы потерях дели, то мы лех, ласот машу, то лех, бо усе это... ואתה מתכנן איך לעשות את זה, ולא איך לא לעשות את זה. И когда Бог тебе открывает какие-то двери, тебе нужно идти, зайти в эту открытую дверь и просто правильно запланировать, как лучше всего туда зайти, а не, не то, чтобы сделать что-то, чтобы туда не зайти. גם זה מפחיד ולא ברור. Даже если путь и не очень ясен, и кажется тебе немножко страшно. אז מה, ממה בעצם נובע אותו הבדל בין עשרה ל... Так какова же была, от чего произошла эта разница между десятью соглядатаями и оставшимися двумя? Что было у Халифа и у Йошуа бен Нуна, чего не было у других десяти? Можно это увидеть в 14 главе, в 24 стихе. ועבדי חלף וחלף עקב הייתה רוח אחרת עמו וימלא אחרי ועדיתו אל הארץ אשר בש שמע וזרעו יורשנה. Но раба моего Халифа за то, что в нем был иной дух, и он совершенно повиновался мне, веду в землю, которую он ходил, и семя ее наследует ее. כתוב פה לחלף ויפנה הייתה רוח אחרת מאשר לאחרים. Написано, что у Халифа был другой дух, иной дух, не тот, который у других. Сколько мы уже духов знаем? И про Йошуа бен Нуна до этого тоже было написано, что на нем обитал дух Господень. У Йошуа бен Нуна и Халифу этот дух помог увидеть вещи другими глазами. У них духовная зрелость, их духовный уровень был совершенно другой, чем у других. И в то время, когда он понял Божий план, и действительно обратил внимание на те вещи, на которые стоило обратить внимание, остальные 10 соглядатаев были водимы другим духом. Духом страха. Духом сомнения. И неуверенности. И духом непонимания вообще, что здесь происходит. А Халиф и Йошуа бен Нун сказали, это время, это место, давай мы просто правильно запланируем, как действовать. Нам нужно помнить и понять, что все эти 12, они были главы народа. Это были те люди, которые прошли весь этот путь в пустыне и видели столб облачные окна, которые вели их. Они видели много чудес, и их обувь и одежда не ветшала. Они просто не обратили на это внимание. Они не обращали внимания на то, что иногда не было еды, ни иногда не было воды. Они наоборот обратили внимание на то, что было жарко. И они сосредоточили все внимание на плотских вещах. И, конечно, они не познали того, кто ведет их, самого Бога. Очень трудно полагаться на кого-то и доверять кому-то, кого ты не знаешь. Но с другой стороны, Халиф,
Когда не было воды и не было еды, он смотрел на столб облачный и огненный, и он говорил, какие чудеса происходят, как мне все равно, что происходит вокруг. Это время, это место, где я должен быть, я не знаю зачем. Но это время, это место, и исходя из этого мне нужно действовать. А насколько я знаю своего Бога, я увижу, зачем и почему. И он вырос в этом знании, и он знал, в кого он верит. И, естественно, Господь открывал ему больше еще и еще. А остальные просто сосредотачивались на плоских вещах. И это часто то, что происходит в нашей жизни. Тот, кто был против этого Божьего плана, это было большинство, это было не меньшинство. Большинство вообще не понимало, что происходит. Когда мы читаем рассказы про учеников Иешуа, они понятия не имели, что происходит, только один понял. Каждый раз большинство не понимает, есть только меньшинство. Потому что меньшинство идет по той духовной дороге, которую Бог прокладывает перед нами. И в общине то же самое. Тот, кто приложит усилия и попытки для того, чтобы понять и познать Бога, тот поймет, остальные нет. Потому что в всякой ситуации нам нужно искать Бога. Когда мы иногда говорим, не все хорошо, но все к лучшему. Потому что если ты понимаешь того, который привел тебя к этой ситуации, ты учишь его, и ты тебя это волнует. Ты начинаешь обращать внимание на то, как он действует в твоей жизни, хотя другие этого не видят. И ты становишься готовым, быть готовым к действию, что в это место именно в это время. И если мы откроем 14 главу, 37 стих, написано, и сии, распустившие худую молву о земле, умерли, быв поражены пред Господом. Мы должны понять, что ничего не сойдет нам с рук просто так, без наказания. Они думали, мы благо народа, мы можем тут решать. Но тут написано, что каждый, распустивший худую молву о земле, умер. И я хочу вас предупредить всех, друзья, не нужно распускать худую молву о нашей земле. Потому что мы не знаем духовное значение нашей страны, нашей земли. И в Новом Завете написано, что за всякое произнесенное нами слово мы дадим ответ в день суда. И все, что Бог хочет с нами сделать, Его план, Его программа, она очень драгоценна для Него. Если мы не соединимся умственно с Его планом, то мы получим наказание. Это то, что произошло здесь. Мы сейчас откроем Евреям 3 главу. С 12 по 19 стихи. Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого.
Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом. Ибо мы заделались причастниками Машеху, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца. Доколе говорится ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота. Ибо некоторые из выживших возроптали, но не все вышедшие из Египта с Моисеем. На кого же негодовал он 40 лет? Не на согрешивших ли, которых кости пали в пустыне? Против кого же клялся, что не войдут в покой его, как не против непокорных? И так мы видим, что они не могли войти за неверием. Мы еще раз прочитаем 19 стих. Написано, и так видим, что они не могли войти за неверием. Не потому, что они впали в идолопоклонство. Не потому, что они все время роптали. Не потому, что они все время хотели вернуться в Египет. И не потому, что очень много было там чего. А это самое большое, что они сделали, что манаме им от принятия в Израиль, это имуна. Самый большой грех, который они сделали, что не дало им войти в землю обетованную, это неверие. Они все это на самом деле очень просто слышится. Не зашли, потому что они не верили. И они не верили, потому что они не познали того, кто ведет их. Тот, кто ведет, всегда у ведущего есть план. А если ты не присоединяешься к его плану, тогда у тебя проблема. Бог может простить нам очень много. Элилут, идолопоклонство, избузман, потерю времени, жалобы. Но неверие — это пренебрежение на самом высочайшем уровне. Потому что если ты не веришь, что Бог способен что-то сделать в твоей жизни, тогда ты не веришь, это просто неверующий человек. И все что угодно, но ты неверующий. И это была большая самая проблема, что они не поверили, поэтому они не зашли. Бог провел их весь этот период времени через пустыню для того, чтобы они познали Его, чтобы их вера укрепилась. Но для большинства народа это не помогло. Ты не можешь идти со своим командиром и вступить в бой, если ты 100% не полагаешься на него. Ну как ты можешь поверить, если ты не приложил усилия, время и попытки для того, чтобы познать и поверить ему? Ты уделил время для того, чтобы познать черты характера Бога? Потому что если у тебя нет корня, тогда нет веры. Тогда при каждой ерундовой ситуации сатана будет тебя брать назад. Если мы сейчас прочитаем еще раз 14 стих. Ибо мы заделались причастниками Машеху, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца. Есть здесь условия. Очень сильное условие. Мы должны быть причастниками Машеху. Только если мы начатую жизнь твердо сохраним до конца. А вопрос такой, а что случится, если мы не сохраним? Я сейчас говорю свое собственное мнение. Потому что мы готовы, что Ишуа. Есть такое мнение, что невозможно потерять спасение. Но согласно 14 стиху тут написано, что если мы не сохраним эту жизнь до конца,
אז אנחנו כן נאבד את השותפות איתו. טוב, тогда мы потеряем партнерство с ним. אם אנחנו מאבדים את השותפות איתו, אין לנו מקום ביחד איתו. Если мы потеряем наше партнерство с ним, то нам нет места вместе с ним. ולכן אנחנו צריכים להחזיק את מה שאלוהים נתן בנו, את הביטחון באמונה, ולפתח את זה. Поэтому нам нужно твердо держаться за то место, которое Бог дал нам, и развивать отношения с ним. ותמיד יש לאן להתעמק ואיפה ללמוד. И всегда есть куда углубляться и что еще выучить. Если добавим вот вам эмуна. Если мы еще раз поговорим о вере. Катувше эмуна лело маасим этаги. Написано, что вера без дел мертва. Она подстрим для рапеда та эмуна по маасим. Поэтому нам нужно поддерживать свою веру делами. Асот лифамим цаде эмуна, шахолхим ле аншу, шахоло дим бидюк маолэм. Иногда нам нужно делать шаги веры, когда мы двигаемся в направлении, не зная, куда мы идем по вере. ולא להבין, לא אכפת לי מה יהיה, יהיה בסדר. И не говорить, не важно, что будет, будет все в порядке. לא, אני הולך לשם, כי אני מאמין שאלוהים יסדר את זה, יש לי את האמונה הזאת. Но говорить, я иду туда, потому что я верю, что Бог ведет меня, он все устроит, у меня есть такая вера. אז זה עד כה שיעור אחד. И сейчас мы с вами прошли один урок. אנחנו נחזור שנייה לפרשת שבוע. Мы сейчас вернемся к нашей недельной главе. פרק 15. Числа, 15 глава. וזה קצת תלוי לזהות שלנו בקהילת שבי ציון. Это связано с нашим, с нашей самоидентификацией в нашей общине שבי ציון. פרק 15, פסוקים 14-16. 15 глава с 14 по 16 стихи. Если будет между вами жить пришелец, или кто бы не был среди вас в роды ваши и принесет жертву в приятное благоухание Господу, то и он должен делать так, как вы делаете. Для вас общество Господне и для пришельца, живущего у вас, устав один, устав вечный в роды ваши, что вы, то и пришелец, да будет он перед Господом. Закон один, и одни права, и будут у вас, и для пришельца, живущего у вас. Написано в 16 стихе потом, один закон и одни права. בגדול, הזהות שלנו של קהילת שבי ציון זה קהילה יהודית משיחית ישראלית. Наша, мы себя идентифицируем как еврейская мессианская община, израильская еврейская мессианская община. ושלושת הדברים האלה, יהודית משיחית וישראלית, מאוד חשוב לנו. И нам очень важны все эти три вещи, еврейская, израильская, мессианская. חשובה לנו ההיסטוריה של העם היהודי. Нам очень важна история еврейского народа. חשוב לנו כל הדרך שלי לוקח אותם דרך חגים ולוויים. Нам очень важен весь этот путь, через который Бог провел наш народ, праздники, которые он дал нам, и пророчества, которые он дал нам. אנחנו מתחברים מאוד לישראליות שלנו, היסטוריה של עם ישראל. מה עם ישראל עושה בחיים האלה? לאן הוא הולך? Израиль, его история и эта страна – это неотъемлемая часть нас. זה מה שחשוב לנו, זה מה שאנחנו. Это то, что важно нам, это то, чем мы являемся, община Шабей Цион. לפעמים אנשים באים ואומרים, מה המקום שלי, אני לא יהודי, אני לא מרגיש ישראלי. Иногда люди приходят и говорят, я не знаю, каково здесь мое место, я вообще не еврей, я не чувствую себя израильтянином. אז בפרשת השבוע הזאת יש לנו תשובה. И здесь, в этой недельной главе, у нас есть ответ. אם כך עשה אלוהים שהביא אותך לפה, если Бог сделал так, что Он привел тебя сюда, то Он тебя поставил на одну линию, и нет никакой разницы между тобой и рожденным по крови евреем. У тебя есть все права, и у тебя есть все обязанности. И если ты понимаешь, что это твое место и время, то начни работать. כי זה בעצם הקריאה, אלוהים מביא אותך בתור לא יהודי אולי, אבל למקום שהוא רוצה שתתחבר ותהיה אחד. Потому что, возможно, это твое призвание, даже если ты не родился евреем, но Бог привел тебя в это место для того, чтобы ты соединился и стал одним целым. Ну, здесь вот 4 минуты, я не говорю на сахарон. И у нас есть еще 4 минуты, я хочу последнюю тему затронуть. Айди, вот сарагат бы по парашат шаво, бы носе ацитит, бы первых шашисов. И я хочу говорить про цицит. В 15 главе? Кен, 37, 39. С 37 по 39 стихи я прочитаю. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им, чтобы они делали себе кисти на краях одежд своих и в роды их, и кисти, которые на краях, в
вставляли нити из голубой шерсти, и будут они в кистях у вас для того, чтобы вы, смотря на них, вспоминали все заповеди Господни и исполняли их, и не ходили вслед сердца вашего и очей ваших, которые влекут вас в блудодействие. Мы видим, что многие израильтяне, есть те израильтяне, которые носят цицит. И важная цель цицит, когда одевают, это вспоминать все заповеди Господа. И это заповедь. Я не буду сейчас рассказывать в подробностях, потому что нет времени, но я где-то 2 года уже хожу с цицитом, ходил раньше. Сейчас я не одеваю цицит. Для меня лично Бог что-то открыл, я не говорю никому этого делать или этого не делать. И мы видим, что цель того, что человек одевает цицит, это вспоминать заповеди Господни. И это приближает тебя к тому, кто дал эти заповеди. Каждое действие, которое ты делаешь, которое приближает тебя Господу, оно благословенно. И если ты чувствуешь, что Бог сказал тебе делать это, так ты это делай. Но если мы прочитаем Евангелие от Иоанна, 14 главу, 26 стих, готов по. Здесь написано. Утешитель же, Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил вам. Через Иешуа он напоминает о тех вещах, которые были сказаны в Торе до этого. Ушалах от Рух Кодшо. Он послал своего Святого Духа и с тремя целями. Если у Духа Святого есть 3 задачи, 3 цели. Это первое – утешитель. Второе – учитель. И третье – он напомнит все, о чем учил Иешуа. Мы знаем, что Иешуа не учил ничего нового. Он просто обновил в нас те вещи, которые написаны в Торе. И когда Бог мне открыл вот это место Писания, это была одна из причин, почему я снял цицит, перестал носить его. И у Халефа был этот дух, этот правильный дух. И когда мы научимся облачаться в Святой Дух так, как облачаемся в цицит, тогда Он утешит нас во всякой ситуации. И научит нас тем вещам, которые мы не знаем. И Он напомнит нам те вещи, которые мы должны были помнить, но забыли. И тогда мы укрепимся и возрастем в нашей вере и будем эффективны во всяком месте, во всякое время. Это то, что я хотел с вами поделиться с этой недельной главой. И давайте мы будем размышлять об этом.